Всем привет! Я продолжаю свой репортаж из солнечной Греции. В одном из магазинов я откопала очень редкую куклу. Это Гулия Елпс, первой волны, базовая. Для меня это было просто счастье. Как видно по надписям, это греческая версия. Говорят, в Греции все есть, но не ищите ее. Я объездила всю страну, и это единственная кукла, которую я встретила. Кстати, видео про Грецию вы сможете увидеть на моем канале. Вильвикс. Как вы уже, наверное, знаете, все коробки первой волны имеют вот такой вот треугольничек на коробке. Это одно из самых отличительных свойств первой волны от других. Ну что, открываем коробку с Гулей. В набор входит подставка, расческа, ее животное, дневник и ее сумка. Подставка и расческа у Гули красного цвета. Ну что, вскрываем дальше. У Гули музыкальная сумка. Очень напоминает музыкальную аудиокассету. Поэтому наша Гулия выполнена в стиле музыки. Вот! Как можно заметить, у всех кукол первой волны в ногах немного такие разболтаи шарниры. Но в последующих версиях это все исправили. Ну а теперь давайте поставим ее на подставку. Кукла просто красивая, ничего не скажешь. Но мне остается с вами только попрощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите наши видео Bitcoin Crazy. Пока!